Пенчики. Говорят, что в Сочи все дороги ведут к морю. А куда вас привели наши дороги? Дорогая, давай вместе пройдемся. Пожалуйста, девушка. Сегодня играют две сборные. Скажите, а почему одна играет в светлой форме, а вторая в темной? Повторите, пожалуйста, вопрос. Играют две сборные, одна в светлой форме, другая в темной. Мы симпатичнее днем, они эффективнее ночью. А еще раз вопрос. Приятно, что они это осознают. Спасибо. Прошу правый микрофон. Здравствуйте. Скажите, вы были в дендрарии? Это серьезный вопрос, так что вы повторите это. Мне приятно, что по ощущениям есть все-таки человек на сцене, который был в дендрарии. Впрочем, еще раз вопрос. Скажите, вы были в дендрарии? Возможно. Толик, я понимаю, что ты рассчитываешь на диалог, но... Нет, Александр Васильевич, фотографии покажут. Спасибо. Еще вариант. Повторите вопрос. Скажите, вы были в дендрарии? Девушка, мы живем в дендрарии. Тимур. Приятно, что вы это осознаете. Пятый день на море. Днем обгораю, ночью мерзну. Что делать? Повторите еще раз. Днем обгораю, ночью мерзну. Что делать? Сними жилье! Всем известно, что футболисты после матча обмениваются футболками. Шотландские футболисты – юбками. А чем меняются КВНщики после игры? Хороший вопрос. Свежий вопрос. Повторите. Идет на все, Толик. Пожалуйста. Чем меняются КВНщики после игры? Печенью. Курские соловьи еще существуют? Возможно! Толик, судя по твоему ответу, существуют, но уже такие плохонькие.